Всем привет, с вами шеф-повар Сергей Леонов, а вы на канале Есть Можно Все. Здесь мы говорим не только про рецепты и похудение, но и про здоровый, качественный, очень вкусный образ жизни. Сегодня мы поговорим с вами о том, чтобы съесть такого, чтобы секс был как в 20 лет. Вот это я понимаю. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь я расскажу про самые эффективные продукты, которые разожгут вашу страсть. Начну с того, что с точки зрения науки продукты, которые содержат максимальное количество макро- и микронутриентов, могут влиять на либидо. Не только на мужское, но и на женское. Но давайте будем честны, что если съесть маленькую плитку шоколада, полдюжины устриц, вы вряд ли увидите мгновенный эффект. Но если питаться максимально сбалансированно и включать эти продукты, о которых я расскажу чуть-чуть позднее, то вы заметите прилив энергии, в том числе и сексуальный. Еще важный момент, никогда не стоит переедать эти продукты, даже если это сумасшедшие афродизиаки, особенно перед свиданием. Это самое интересное свидание в моей жизни. Первый продукт – это горький шоколад. Он увеличивает концентрацию гормонов счастья, эндорфинов. Рекомендованная порция в районе 30-40 грамм, и вы можете ее включать смело в свой сбалансированный рацион. Следующее – это мед. Мед содержит витамины С, Е, В. Мед считается одним из самых активных стимуляторов. В рацион можно добавлять 20-30 грамм меда совершенно спокойно. Третий продукт – это спаржа. Она богата витаминами А, фосфором, кальцием и калием. Поэтому она тоже может стать отличным стимулятором, особенно если есть ее на постоянной основе. Кстати, клубника – это тоже отличный афродизиак, как и многие фрукты и ягоды. Сейчас я перечислю вам список самых мощных фруктов-афродизиаков. Дуриан, гранат, авокадо, кокос, банан. С фруктами разобрались, теперь переходим к овощам. Тыква, белокочанная капуста, спаржа, про которую мы уже поговорили, томаты, репа. Но репу в сыром виде на ночь не очень хорошо, потому что может заболеть желудок. И тогда афродизиак точно не сработает. Что добавить в свой рацион, чтобы его разнообразить и улучшить качество близости? Морепродукты. Омары, кальмары, креветки, крабы и моллюски. У них в составе есть цинк, селен и железо. А это положительно влияет на синтез тестостерона в организме. Также не забывайте про зелень. Петрушка, кинза, базилик, эстрагон, укроп. Это не только вкусно, но еще и очень эффективно. И последнее – это специи и пряности. Имбирь, кардамон, шафран, фенхель, корица, хрен, перец, гвоздика, мускатный орех. Они не только улучшают вкус блюд, но и активируют кровообращение. А если вы хотите умерить пыл своего партнера, то добавляйте мяту в те рецепты, которые вы готовите. А еще можно отпаивать своего любимого или любимую мятным чаем. Ставьте плюс в комментариях, если информация в этом ролике была вам полезна. А также переходите по ссылке в описании под этим видео и подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что в нем есть еще больше полезной информации. А с вами был шеф-повар Сергей Леонов и канал Есть Можно Все. До встречи в новых видео и неспокойной вам ночи!